и гони. Океан, не будь суровым, поддержи жизнь во снегах, под большим белым покровом и в холодных вечных льдах. Солнце радостью суди, весну лето приводи, звезды яркие мерцайте, время правильно вращайте, материк сиянием лейся, сердца людские верой сейся, любовь неси во сферы Норда, благословенны здесь народы, марийцы, удмурты, мордва, коми, ханты, манси, ненцы, все, кто сиянием повеял.
чинную шубу, чтобы ваш ребенок рос здоровым, и у него родилось много здоровых и добрых детей. Как дела? Молодцы. Мы вышли.
Що п'ятний та залик, шут бур, піди та замітлос, бачим, що лимо мітлос, я ратон мітлос, олем чулмас. Желаем нашему будущему Оленоводу иметь большое и доброе сердце, способное любить и встретить настоящую и сильную любовь. Айн будет. Yeah.
чисто. Жена? Два месяца. Нет, держите вот это место. Вон те два месяца. Садитесь. Здравствуй, дорогая сестренка! Мы приехали из самой солнечной Удмуртии, чтобы поздравить с рождением ребенка и пожелать вашей семье здоровья, счастья, благополучия, чтобы ваш ребенок вырос умным, сильным, здоровым и научился играть в пеленок на гармошке! Thank you.
Встречайте!
молодым каналом, и поет по глазам. Ой, ты моя такая кем-шем-шем-шем-шем-шем-шем. Ой, ты моя пташечка черноглазенькая.
кто не чтит память предков, люди забывают. Давайте же отдадим дань уважения. Вот столик седой я поставила, вот столик с питьем я накрыла. С горячих блюд пар поднимается, с горячих еды и питья поднимается легкий дымок пар. Пусть посетят святые сто духов мой дом, пусть летают крылатые святые сто духов. Дом мой полный маленькими детьми, пусть заслонят от зла полы святой одежды. Дом мой полный молочными детьми, закроют святой одежды рукавом, отделят от болезней и смертей. Пусть светлые дни для жизни данные не потемнеют, черными не станут. Турмом, большим отцом посланные, моим молоком скормленные маленькие дети будут бережены тобой. Твоими полами святой одежды заслонены, рукавами святого гуся прикрыты от горя и несчастья. Я молю дочерям светлую жизнь, я молю сыновьям долгую жизнь, чтобы на их пути не было преград, чтобы их жизненные дороги бежали по мягкой и гладкой земле. Мы вместе спокойно жили, пусть этот стол с едой, пусть этот стол с питьем, всевидящие сто святых духов, всеслышащие сто святых, увидели, приняли, вкусили пищи и питья. Правда?
Дорогие друзья, мы хотим наградить скромненько не 1000 оленей, которые были с Ямала пообещаны здесь в концерте. Вот. Но мы хотим наградить человека, у которого много разных должностей. Она и начальник отдела здесь коренных народов Севера, и она руководитель большой организации, и представитель, значит, не только тюменской организации, но и всероссийской организации. Но я думаю, что самое главное ее должность – это любовь к культуре своего народа. И вы, наверное, догадались, кто это будет. Это будет Любовь Дмитриевна Собянина. И проведение дней культуры финно-угорских и самодийских народов Тюменской области в 2014 году. Культура – это душа народа. Благодаря вашему самоотверженному труду сохраняется самое дорогое, что есть у каждого человека. Это его традиции и память о корнях. Здесь 4 грамоты. И я думаю, что вы распорядитесь ими так, как должно. Ну, и я еще раз скажу, что 1000 оленей у нас нет. Вот, но хочется вот нам самоцветом тюменским, финно-угорским подарить уральские самоцветы. Августа Васильевна у нас практически как год работает, помогает нам.
во всех наших мероприятиях. Бывает, что как его, я так скажу, по Лаврике Васильевне, не обижайтесь никогда. Мне очень нравится ваше мудрое руководство. Дипломом фестиваля «Финологольский мир» награждается Елена Рудина. Елена Рудина, пригласи. Елена Рудина, Ольга Васильевна. А подарок мы вчера ей вручили. На день рождения, Петина. Дипломом фестиваля «Финологольский мир» награждается Иосиф Еплин. Йосиф, можно? Он, наверное, на сцене у нас работает. О, блин. Убирает баннеры. Дипломом фестиваля награждается Клавдия Беляева. Тебе большое спасибо за участие, за взаимопонимание. Всегда хочу, чтобы ты была со мной рядом. Спасибо. Дипломом фестиваля «Финологольский мир» награждается Прасковья Барсоева. Поднимайтесь. Прасковья уже очень много лет помогает нам принимать участие с выставками, с костюмами. Большое спасибо. Дипломом фестиваля награждается вокальная группа «Зыряночка», руководитель Иван Фабриков. Село Староалександровка Ярковского района. Огромное спасибо, что вы нашли транспорт. Друг друга поснимаем. Замечательный. Очень какие вы хорошие, да? Молодцы. Ждем всегда вас. Дипломом фестиваля «Финологольский мир» награждается вокальная группа «Зыряночка», руководитель Александр Болотов, село Ивановка, Ялуторовский район. Мы знаем его. За то, что вы всегда откликаетесь. Я сразу отправляю письмо или звоню. Так, едем обязательно. Спасибо, сейчас подарок забыли привезти. Давайте поаплодируем. Дипломом фестиваля «Финологольский мир» награждается удмуртский фольклорный коллектив «Ошмес», «Родник», руководитель Георгий Шевшияров, город Екатеринбург. Смотрела, слушала песни, удмуртские песни. Это просто прелесть, замечательно вообще. Тоже картина сейчас. Не знаю.
диплом с номером Дасаны. Награждается Удмуртский фольклорный коллектив «Зангари», руководитель Ольга Иванова, село Мартюши, Каменского района. Посмотрели на нас, мы увидели вас, вы нас очень-очень порадовали. Всегда ждем вас в гости. Еще кто не понимает по-удмуртски, всем спасибо большое, что вы нас слушали и аплодировали. Спасибо большое. Спасибо. Фестиваля «Тлугорский бит» награждается народный ансамбль «Органчи». Руководитель Татьяна Михайловна, село Кудрявча, Удмуртия. Большое вам спасибо. Вы действительно нас порадовали. Это замечательные ваши гармошки. Это вообще-то супер. Красота, песни, костюмы. Действительно, я не знаю, я горжусь. Спасибо.
Диплом фестиваля «Фимогорский мир» награждается Валентина Уруспаева. За активное участие в выставочном зале. Мы участвовали в выставочном зале, проект социальный проект защищали «Моя большая фимогорская семья». Мы его защитили, заняли мы 3-е место из 2000 выставленных проектов. Представляете? Yes. Первое место заняли, конечно же, русские, второе место татары, и мы финогры 3-е. А было 200 с лишним проектов. Это замечательно, мы не ожидали, что войдем. Тройку самых лучших. Спасибо, Валю. Дипломом фестиваля «Фимогорский мир» награждается Маргарита Меньших. Всегда мы рады вас видеть. Все. Диплом фестиваля награждается Николай Афанасьев. Давайте друг другу поаплодируем. Молодцы! Это руководитель проекта Лена... Фамилия? А теперь танцуем! А? Кожевникова! Лена Кожевникова, руководитель проекта «Фимогорский мир». Спасибо. Георгий! Георгий! Арак джичка? А, е. Пошли. А у нас?